Серега, от папы. Да стой ты. Да, думаешь, да подержи его, не надо за мной идти. Дай его издалека. Тедди, Тедди. На ручке хочешь? На носках. А носок-то один от... свалился. Мокрый насквозь. Ну снимай с него носки, снимай. А сзади? Сзади почитаю. Потеряет. Снимай. Они вообще, наверное, предназначены для дома, у них там дома холодно. Ну, лучше уж не пришли. Гвоздюня. Тедди, Тедди. Тим, так ты зачем за мной идешь-то? Идите куда-нибудь. Может, на мусорку пойдем? Не хочет идти. Ну не тяни его так, Тим, ну чё? Ну-ка остановись-ка. Горе в семье, мать в её боже. Зачем такие вещи? Ну это прикол такой, ты прям права уж курить. Всё, ведь теперь не буду звук. Нет, не за так стой на месте, не надо с ними ходить. Тедик. А если это всё согласен? Ты что, он убежит, ты потом где будешь бегать искать? Смотрите-ка, ёлочка в Соколе. Заброшенный клуб. Это новая площадка. Детская. Какая-то там горочка маленькая. Тимон, где эти сфотографируй? Вставай туда. Я тебе просто сфотографирую на память. Ты Дика можешь на ручки взять. А Тедик первый раз на поводочке. Пищит, ему не нравится. Так, ты стой, Тедди, стой. Тедик. Так. Вы мои мальчики. Все, мальчика засунули в пуховик. Стало так жалко, так жалко. Так у него тут кофта, что ты его? Так пускай. Ах, не, хобота не хобота. Давай его подержу. Давай, застегивайся. Мурта. Мурта. Так голову-то ему оставь. Вот так нравится, да? Может, с горки хоть скачешься разочек? Нет. А чё? С горки скачешься, маленький. А чё? Ой, какой большой! С горки не хочется покататься совсем? Даже на ватрушке с большой? Да хочется. Даже мне хочется, взрослой женщине. Чё ты? Лесок маленько. Лесу? Да, мы катались в прошлом году в лесу. Было. Пошли к тёте Вере в гости сходим. Катаемся заодно. На я в сосну влетела. Ну пойдемте еще прогуляемся немножко. Тедди. Морда. Лисья. Сдам тебя завтра твоим родственникам. Сегодня 4 число. Мальчик с нами Новый год встречал. Какой мальчик? Вот эти оба мальчика. Куда пойдем-то? Туда. Куда-туда? Да пойдем уже домой, что тут? Летсгоу тут туда. Новая площадка в Соколе, в Соколе. Иди домой, я стыди. Да он же тоже замерз, тому другу нельзя. Ну-ка, спеши качель. Где? Мам, новая качелька? Мы с Димой катались. Я даже не была здесь, как построили этот новый Лученко. Детский городок. А, прикольно, на ней можно лежать и качаться. Да? А вот там она качель. Какая-то круглая, да? Да, а там летняя качелька. Где? Вот там? Все. Вижу. Пошли. Пойдем. Это у нас 9-й дом. В магазин пойдем? Ну, пойдем сходим.
заходим. Я с вами за собакой. Мы решили по Суклу прогуляться до школы и вокруг пятнашки. Такая погода хорошая, тепло, снежок идет. Вот Эдик привыкает к поводку, он сегодня первый день на поводке. В кофте, которую я ему связала. Хотя я не думаю, что ему холодно. Он, конечно, немножко дрожит, но это, наверное, с непривычки. Он второй или третий раз всего на улице. Что? Он без тебя не идет. Так ты так далеко так убежал. Мы подходим к школе. Где он? Где он? Где он? Чудушка ты? Чудик? Пойдем, пойдем, Тедик, пойдем. Просто коронавирус не слышу. Это школа. Там у нас детский садик. Сейчас пойдем туда прогуляемся. Или пойдем уже обратно? Мелочь. Ты хочешь домой? Что? Что ты ругаешься? Что такое? Что? Домой пойдем? Пойдем домой? Тим, ты аккуратнее смотри. А тут ты его так дергаешь. Да не грызи ты его, поводок этот, не грызи. Не нравится тебе на поводочке гулять, да? Хочется так бегать. Ага, тут машины ездят. Пошли в коробки его в хоккейный, отпустим. Нет, ты что тут? Он снег ест. Пить захотел. Тедди, не ешь снег? Фу! Фу! Пить человеку. Что тут? Пить собаку. Тимка, унеси его куда-нибудь подальше. Пусть бежит. Он не на ноги. А он на ноги встал. Ему ноги замерзли. У него лапки, наверное, замерзли. Ну, утащи его еще разочек подольше, пусть побегает хоть немножко. Не надо в сугроб. Где ты, чудовище? Туда. О, смотри, сам пошел в сугроб. Что, понравилось тебе? В сугробе? Да, что, морду в сугробе, в снегу. Тедик. Тедик, Тедик. Тедик, Тедик, Тедик. Он тебя придет. Знает, кто его кормит. Но... В смысле? Твиша за тобой побежал. Тедик, пойдем. Тедя, ты чего? Давай беги. Тимош, зови его. Тимош, позови его. Тима, позови его. Одинокий. Как, блин, дозвать-то не знаю. На качельках качается. Одинокий, обиженный. Кто? Юноша. Позови его. Так ты громко его позови, он же тебя не слышит. Я не люблю ребенка. Надо ж такое ляпнуть, а. Ну позови ты его. Кто? Тебе надоело к нему? Мордой в снег. Да позови собаку-то, что ты его не зовешь? Он. Мальчик нагулялся, напищался. Сам не пошел ногами, пришел засунуть его под мышку. Пошли домой. Дайди, домой пойдем. Ой, как хорошо на улице, как классно. Как на улице классно. Это Тимошкин подарок. Подальше туда отойди. Это кенгуруми. Капюшончик одень. У нас тут что написано? Adidas. А тут у нас звезды. Весь в звездах. Как звездочет. Ну как попозируйте, мужчина? Так.
Тимоха просил, я ему шила такой кенгуруми. Не отдает свою игрушку же ни за что, ни в какую. Тедик, так ты чё? Тима, не надо так сильно. Чё мне ты? На, сичку. Нет, ему мишку надо. Тима, у него зубы так сломаешь, не надо так делать. Отдай ему, отдай. Отдай, сыночек. Чё ты жадничаешь? Тедди! Тедди! Тим, ты ему зубы так сломаешь, не делай так. Тедди, иди ко мне, иди сюда. Давай. Фу, ты чё? Игровая игрушка мне. А нет, играть опять побежал к Тимухе. Тимошка у нас другого места не нашел. На полу так нравится. Да мама, ну не мешай! На полу, на пледике. Ну вот я прям проиграл. Всем пока. Всем до свидания. Помашите ручкой.